Ну вот, смотри, цветная плитка, да, про нее 1000 раз говорили. Вот она еще не уложена, а видишь, она вся в трещинах. Вот трещина. Вот, это не грязь, это трещина. Это она треснутая, поэтому лаборатория в лесе, она, допустим, на заводе, и говорит, что цветная плитка, она менее прочная, чем серая, так как у цветной плитки пигмент является инородным телом, то есть он прочности плитки не добавляет. Поэтому, выбирая цветную плитку, старайтесь рисунок запускать где-то по канту, где-то на отмостке, но не на ту площадь, на которой будет основная нагрузка. Потому что, ну, сами видите, вот, пожалуйста, плитка новая, а полежит она немного. Соответственно, полопается она гораздо больше и гораздо сильнее. Так что тратьте деньги с умом.